Приветствую всех! В декабре 2016 я записал ролик с подробной инструкцией, как же покупать БАДы и спортивное питание по очень вкусным ценам в США с бесплатной доставкой. Собственно, где их покупаю всегда я, для себя и для моей семьи. Не успели мои подписчики порадоваться 10% бонусу лояльности, 10% скидке по коду, как уже в январе компания iHerb устроила новшество, которое, мягко скажем, не устроили весь мировой интернет. Пока шла ругань, я выжидал, и сейчас, когда все утряслось, я готов рассказать, как теперь нам надо покупать спортивное питание и БАДы и какие есть тонкости. Поехали! Итак, первое, что бросается в глаза, это уменьшение бонуса лояльности в 2 раза. Если раньше мы получали 10% от заказа как скидку на следующий, то сейчас это только 5%. Второе, если раньше по коду было 10% скидки, то сейчас скидка стала непрозрачной. Об этом чуть позже. И, наконец, бесплатная доставка теперь для заказов от $60 США при выборе доставки Boxberry. Но так ли все плохо? В начале января все и получили письмо о том, что цены на товары значительно снижены. Ага, как же, так я и поверил, подумал я, но лучший способ это взять мои старые заказы и сравнить те цены, что я тогда платил в долларах с сегодняшними. Сразу хочу оговориться, я оплатил долларовой картой, так что к курсу доллара разница в цене не имеет отношения. Так как мы видим, снижение цен на мой набор добавок и спортивного питания оказался значительным. Кстати, мой персональный список, то, что я покупаю для себя и для семьи, находится на моем сайте и есть в описании к этому ролику. Итого, сравнив падение цен с урезанием бонуса лояльности на 5%, я делаю однозначный вывод – стало действительно выгоднее, чем раньше. Набрать товаров на $60 для бесплатной доставки тоже не проблема, так что мне оставалось выяснить только, что же со скидкой по коду. Никаких уведомлений iHerb не присылал, поэтому мне пришлось пообщаться в чате поддержки, где мне толком тоже ничего не сказали, кроме того, что вы сейчас видите. Если кратко перевести, то мне было сказано: подожди, сейчас подготовим речь и все скажем. Так что пока выводите, а скидка рассчитывается динамически. Что это, я не знаю, но судя по отзывам моих подписчиков, у кого-то при вводе этого кода при оформлении заказа часть товара становилась дешевле, у кого-то доставка, а у кого-то вообще ничего не менялось. Но абсолютно у всех этот код суммировался и никак не влиял на другие промокоды и скидки. Так что вводите, хуже точно не будет. Как только iHerb обозначит, как и на что это теперь влияет, я сообщу. Сама технология регистрации и покупки товаров подробно описана в первом ролике и не потеряла актуальности, ссылка на него есть в описании, а сейчас я кратенько повторю. Идете на мой сайт вот на эту страницу и следуете инструкциям. Переходите на сайт iHerb, меняете язык интерфейса на родной и создаете аккаунт. Это очень просто. Затем можно зарегистрироваться в компании кэшбэк-сервиса Letyshop. Они возвращают всего 2,5% за покупки с iHerb, но, что более приятно, возвращают и за другие покупки в 10 тысячах других магазинов. Далее, выбирайте товар, можно воспользоваться теми, которые покупаю я и проверил на себе и детях. Список их находится все на той же странице. Можете выбирать свой товар. Затем в конце заказа вводите теперь ставший таинственным код и все другие промокоды, которые действуют на этот момент. Все свежие коды всегда можно узнать, опять-таки, на той же странице на моем сайте. Далее выбираете доставку Boxberry, ближайший пункт выдачи и заполняете паспортные данные. Не бойтесь, они нужны исключительно для выдачи заказа курьерской службы. Вводите данные кредитной карты и через 2-3 недели забираете посылку с пункта выдачи. Что же, удачного всем шопинга, не забывайте подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Всем пока-пока!